Я боюсь всего, боюсь смерти, боюсь летать на самолете, боюсь за жизнь детей, мужа, боюсь ходить одна, находиться одна. Во мне постоянно живет страх. Это болезнь. У нас есть определенный канал психический, который с этим связан. Вы об этом просто не знаете, думаете, что это часть меня. Нет, это просто болезнь. С точки зрения страха, то каждая женщина склонна бояться. Это нормально для женщины, это хорошо. Так устроена женская природа, и она работает хорошо. Это правильно бояться для женщин. Но если человек постоянно боится, значит канал забит психически, работает неправильно. Надо просто полечиться. У нас есть возможность это вылечить. Мы ставим кору, кору такую большую, там много-много кусочков вместе склеены, они как бы специально столько коры, сколько нужно, чтобы прочистить канал. Когда мы подбираем, это сложно подбирается, 4 канала, 4 хронических, вида хронических заболеваний у каждого человека есть в организме. И все 4 канала прочищаются в течение полгода, каналы освобождаются от болезни тонкие, и на внешнем плане болезнь тоже проходит. Поэтому очень тяжелые заболевания сейчас мы лечим успешно. У нас есть уже научные результаты подтверждения злокачественными опухолями, с эпилепсией, документальное подтверждение вылечивания. Вот. С тяжелыми заболеваниями многими, потому что они все зависят от забитости этих каналов внутренних.